потерял. Бабулита. А если ты так красиво умеешь петь, да, чё ты на лонгмиксе это так хуёво исполнил? Поводок остался, миски не съеденный ком. Ветер и дождь вокруг, среди сотен прохожих лиц. Моя собака, мой друг. Я должен его найти. Кто не бросит беде. А ты учился? Ты обучался? Не, ну типа видно скачок качества. Ты обучался как-то? Ты тут учился? Друзья, миллионы проблем. Пусть огромные тегенды. Не, ну как бы подметьте то, что с клипом Пигли... Ой, блядь, с клипом Лимузин не сравнится реально. We're friends forever. Кто поможет найти себя? Теперь дымит любые. Семья, all day together. We're friends forever. Я исполняю квадрат через квадрат, русский через английский. Обычные люди называют это бэками, а я 2 плюс А. Ладно, кто не... Сейчас, я понял. Это... Я понял, сейчас. Может быть, так будет понятнее? Сейчас. Здравствуйте. Повторный. Каждый раз, когда, ну, после того, как я... Ну, я реально был фанатом Максима Доши, я был подписан на его канал, пока он с ума не сошел окончательно. Вот, каждый раз, когда идет русский текст, а потом начинается английский, я вспоминаю Максима Доши, который «Once upon a time». Вот, вот такое вот. Ну, это квадрат через квадрат тоже, русский через английский. Они пытались не одеть намордник, заманивали в клетку костями, но я помню, как пахнет мой друг и хозяин. Я бежал из их рук и за глядки дворами, по ночам не били колыбели вороны. С бездомными котами голодали поровну, наблюдая в луже отражение луны, пока угасал свет многоэтажной конуры. На ты, уже с этой улицей, увы, мужик тебе не подошел на миг. Если загадаешь, сбудется. Ебать охуенно, слушай. Я особо не слушаю текст, но мне эмоционально так нравится. То ты то орешь, то поешь. Охуенно, блядь. Друзья, миллионы проблем. Пусть я call day together. We're friends forever. Кто поможет найти себя? Тебя дымит любым. Семья all day together. Блядь, я не могу. Но теперь я в вас тоже вот это поселил, да? Замечаете теперь, когда есть английский и русский в одном тексте? А знаете, что самый прикол? Этот Заквель любит Бамблбизи слушать, а у Бамблбизи этого дохуища просто, блять, в каждом треке. Вот, и Заквель сидит, ебать, охуенный трек, а я думаю, ебать, Максим Доши охуенный, опередил время. Бля, реально на шаурму песик на шаурму. А вы замечали, вот где шаурмичные, там рядом собак нет? Как думаете, почему? Короче, охуенно, мне очень понравилось именно с музыкальной точки зрения. Мне до такого еще сосать и сосать. Вот именно с музыкальной. Я не понял ни смысла, ну там что-то собака какая-то нахуй. Вот, сначала от лица человека, потом от лица собаки вроде читает. Похуй. Вот именно с точки зрения звучания, блять, как же охуенно. Но он именно поет, а не рэпует. Но, блять, звучит охуенно. Сейчас, вот где-то... Во-во-во, тут вот. Пытались не одеть на морде.
Ульяна. Годами голодали поровну, наблюдая в луже отражение луны, пока угасал свет многоэтажной конуры. Бля, ладно, а это охуенно. Это просто охуенно. Короче, ну, я не уверен, что я бы переслушивал. То есть, если бы мне попалось в Яндекс.Музыке, я бы не скипал. Но... вот именно, блядь, по звучанию, бля, это ебейшая, реально, охуенная работа. Охуенная ебучая работа, блядь. Так, ладно, кто там писал скип-скип?